спортивно-культурном комплексе Санкт-Петербурга состоялся концерт отца Анатолия Першина, настоятеля храма святителя Василия Великого в Осиновой роще, музыканта, автора-исполнителя и ведущего передачи «Лаврские встречи» на нашем телеканале. Светлый путь для себя выбрал священник Анатолий Першин, когда принял сан иерея. В Санкт-Петербурге его знают и любят не только прихожане храма святителя Василия Великого, где он является настоятелем, но уважают его далеко за пределами родного города. Батюшка – музыкант, автор-исполнитель песен. В своем творчестве он выражает то, что пережил сам. Через композиции он несет утраченную в России духовность и Слово Божие. Все, что происходило во мне, оно же происходило в духовном плане. Я понимаю, что это в людях происходит. Я это уже прошел, а вот эти моменты такие ключевые остались. Я думал об этом, я об этом переживал, страдал, молился, каялся. И на фоне этого возникали песни. А песни как покаяние, как какое-то мироощущение в тот момент. И мне хотелось бы, чтобы люди это услышали, тоже прочувствовали. И в конце, и вообще в любой песне, как бы они не заканчиваются там, фатально или печально, они всегда к свету стремятся. На этом небольшом концерте отец Анатолий исполнил собственные лирические и духовные песни. Простые и трогательные, они были тепло приняты зрителями. Он поет о жизни, о любви, доброте, сочувствии, о греховности и о сострадании, и огромной радости сопричастия Творцу. Аплодисменты зала еще раз подтвердили, что тепло и искренность, которые дарит священник Анатолий Першин на своих концертах, проникают в сердце каждого. Я очень-очень давно хотела услышать голос этого священника, этого батюшки православного. Сегодня я услышала, как он поет. Очень хороший голос и очень хорошая игра на гитаре. Он молодец. У него очень добрые песни. И самое важное, что они глубокие. Вот я сейчас слушала новые песни отца Анатолия и задумывалась в очередной раз о жизни, о вере, о том, как жить, что нужно обязательно каяться. И что замечательно, песни его, они не грустные и не навевают уныние, а приносят радость. Вот радостную весть о Господе, о вере. Он поет о жизни, о любви, доброте, сочувствии, о греховности и о сострадании. И огромной радости сопричастия Творцу. Здесь женщинам дарят конфеты, мужчины читают газеты. Станут добрее, и выпорхнет легкая птица навстречу святому апрелю. Аплодисменты зала еще раз подтвердили, что тепло и искренность, которые дарит священник Анатолий Першин на своих концертах, проникают в сердце каждого.